Итак, всем привет! Вы на канале Эрик Антона, и мы продолжаем проходить испытания подбора команды ИПК от получения особого Кейна. У меня собран еще один состав, который я готов, так сказать, сдать с потрохами. Это команда Саутгемптон. Везде, в каждом испытании необходимо собрать игроков именно из этой команды 11, то есть других никаких нельзя поставить. Ну, соответственно, сыгранность получается 95 зачастую, а то и больше. Ну, а ретик уже зависит от тех игроков, которых вы будете сюда, так сказать, запихивать. Так, ну что, смотрим, во сколько мне обошелся этот состав. Халява в виде вратаря 550, 900, халява 1600, 2200, 2900, 3500, 4, халява, 4900. Ребят, состав обошелся за пятерку, и я получаю редкий золотой набор. Ну что, поехали. Подтверждаем. Игроки улетают. Так. В ближайшем приближении это Хаос Сити у меня, по-моему, да, то, что нужно сделать. Сандерленд совсем близок к этому, и Мидлсбро, но не все. Так, идем смотреть набор. Так, так, отлично. Что-то мы выиграли, что-то нет. Так, ёлки-палки, хотел дешево. Хотел сэкономить, не получилось. Придется перекупить их. Так. Ну, хоть на чем-то надо сэкономить, потому что если тратить бешеные деньги, то тогда вообще ничего не получится. Поэтому хотя бы на них попытаемся сэкономить. И так вот приходится покупать игроков за полторашку. Так, что, есть время, да? Одна минута, чтобы он не перебил нас. Так, ну ладно, их там много, я так понимаю, этих можно всегда купить. Давайте посмотрим, кто у меня продался. У меня продался за 1600 игрок. В принципе, неплохо. Это вратарь. Понимаете, есть такая тема, что, допустим, этот игрок сейчас где-то может продаваться за 600. Но, слава богу, здесь такого нет. Поэтому я могу смело ставить ставку 700. Ну что, Грей будет моим? Давайте посмотрим. Заранее могу посмотреть. До косаря стоит поднимать, до 900. Ну, выше 900 уже поднимать не стоит. 750. Ну, то есть сейчас он не купится, я его там покупаю за 750. И смотрим. Я думаю, наверное, скорее всего, человек, который со мной тут бился, он увидел то же самое. Принял решение, что смысла нет. Смотрим, что за золотой набор мне выпал. Так, уникальные золотые предметы в одном наборе, включая 12 предметов. Игроки, расходуем предметы, все редкие. Ну что, есть шанс словить? Словить какую-нибудь информу или просто крутого игрока. Поехали! Просто у чудо фантастика. Нам попался Вальдес. Нам попался Вальдес. Список продаж опять полон. Так. Ну, что, отправляем все в клуб. Распишек продак. Так, и дубликат могут быть включены в ваш клуб. Ну что ж. В таком случае.
Чивагасу придется продать. К сожалению. Так. Ну что, тут уже надо дождаться, пока все продастся. Потому что, ну, реально уже переполнен список продаж, уже некуда пихать игроков. Так. Давайте посмотрим, распределим игроков, кого можно распределить. Так. Точно один был игрок. Это Бёрнли. Как минимум нападающий у нас уже есть. Уже неплохо. Так, был игрок Манчестер Сити. Давайте просто сравним цену. Да, пришлось бы мне покупать, тратиться, искать варианты. Так он упал на халяву. И Мидлс был. Попробуем сделать следующее. Пока, это лишь пока, на всякий случай. Защиту. О, смотри, даже минус один. Круто. Все, оставляем. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Впереди еще 13 заполнений команд, испытаний и подборов. Ставьте лайки и всем пока, играйте в 18.